Сегодня мы поговорим о Сергее Аграновиче, командире 2-й роты легендарного батальона «Спарта» с позывным «Водяной». Он еще в 2014 году вступил в ряды ополченцев и встал на защиту Донбасса. В апреле 2022 года Сергея не стало. О героизме Водянова и его боевом пути нам рассказала его дочь Инна. Твой отец Сергей Аграновиче родился в Донецкой области. Расскажи, как ваша семья связана с Воронежем? Да, все верно. Наши корни идут из Донецкой области. Во время войны в 2016 году я поступила на бюджет в Воронежский государственный медицинский университет имени Бурденко. Так как учеба очень длительная, мои родители старались достаточно часто приезжать ко мне в гости, и моему папе очень сильно понравился Воронеж, и после выхода его на пенсию мы планировали строить здесь мирную жизнь и так далее. Поэтому именно здесь я открыла фонд имени отца и помогаю бойцам на передовой, которые очень нуждаются в нашей помощи. Также совсем недавно мы открыли детский филиал фонда, помогаем нашим маленьким героям. Скажи, а что твоему отцу больше всего в Воронеже нравилось? Город, архитектура, набережная, которую сейчас отстраивают. В первый день, когда мы приехали в Воронеж, мы центральную часть города пошли пешком от моего общежития с транспортной по набережной, мимо ВГУ, по всей Плехановской. Я уже устала очень сильно, но он говорит, какой шикарный город, будем здесь жить. А расскажи, как вы жили до 2014 года? Моя семья была достаточно простой. Мой папа был главным инженером водоканала, моя мама была врачом. Я училась в школе на момент, когда началась война, я училась в 9 классе. Мой папа никогда не был военным человеком, даже не служил в армии, и все изменилось. За один день началась гражданская война. А расскажи, почему он вступил в ополчение? С момента переворота, с конца 2013 года, мы всей семьей следили за новостями, за событиями, которые происходили на Украине. И, наверное, пусковым моментом были события в Одессе весной, также в Славянске. И он решил оставить в свою мирную жизнь, да, и вот встать на защиту Донбасса. Да, он долго думал об этом, и 8 июня 2014 года он ушел рано утром. Как вы с мамой восприняли его решение? Он хотел сделать тихо, без долгих проводов, без слез в 5 утра, но мы почувствовали, проснулись, умоляли остаться, но это ничего не помогло. У твоего отца был позывной «Водяной». Потому что он был главным инженером водоканала. Это из мирной жизни. Да, да, кусочек из мирной жизни. Инна, расскажи, в июне твой отец пошел в ополчение, был ранен в августе, он оправился и снова вернулся на передовую. И неоднократно потом он после ранения возвращался в самые горячие точки. А вы с мамой не пытались его отговорить от этого? Пытались, просили. Ну, папа сказал то, что он хочет вернуться домой героем, победить фашистов этих. Мы его поддерживали, помогали. Я помню эти тяжелые времена. Осень 2014 года, я училась в 10 классе. Мама ездила к нему часто, привозила и еду, и вещи, обмундирование. Я училась, и так было интересно. Я жила на подконтрольной территории Украины, в городе Константиновка. Он сейчас тоже еще временно оккупирован украинской стороной. Я сижу, делаю уроки на кухне, а по телевизору папа показывает по российскому телевидению. Было тяжело, но мы выстояли. А что это за сюжет был, помнишь? С аэропорта. А у вас была связь? Вот ты говоришь, что мама ездила к нему. Да, редко, да, но мы ждали любого звоночка, сообщения, что хотя бы он живой. А о чем вы общались, когда удавалось созвониться? В начале лета я ему звонила, что ты делаешь и так далее. Он говорил, я повар, я чищу картошку, мне все хорошо, не переживай. Потом просто интересовались, жив он или нет, чтобы хотя бы голос услышать. В апреле в Новоселовке твой отец погиб. При каких обстоятельствах это произошло? Он был в штабе в Великой Новоселовке рядом с их зданием,
не буду уточнять какое, случился взрыв, и осколок залетел в помещение. Одному парню дорвало мышцы на руке, а папе залетело в живот. Его коллеги отвезли его в травматологию, но он погиб на операционном столе. Я надеюсь, что в дальнейшем в Донецке откроется банк крови, чтобы давать людям шанс на жизнь. Как вы узнали эту трагическую весть? Я была в Питере на учебе, мама была на работе. Я вышла с учебы встретиться с подругой, и мне написал брат, то, что папу оперируют. Я звоню маме, мама говорит, этого не может быть, потому что полчаса назад я с ним говорила. Я начала звонить. Вот знаете, это как экшен, все в замедленном режиме. Ты не понимаешь, что происходит, что тебе делать, потому что расстояние Донецк-Питер, тем более не летают самолеты, это очень большое. Ты пытаешься думать разумом, но у тебя не получается. Я начала звонить всем знакомым, спрашивать, так это или нет, что случилось и так далее. Может быть, нужны какие-то лекарства, потому что, да, мы знаем, то, что там чего-то может не хватать и так далее. Мне говорят, все есть, идет операция. И я говорила, пока шла операция с его родителями, с моей девушкой, с бабушкой, ничего не говорила. И вот ждала момента. Молились, верили, но после звонка жизнь оборвалась. Уже прошло полгода, но об этом тяжело говорить. Его похоронили в Донецкой области, на родине? Да, в Донецке, на аллее героев, рядом с Арсеном Павловым и Владимиром Жогой. Инна, а что бы ты могла сказать матерям, женам, детям, тех, кто сегодня вот погибает? Я, как никто другой, знаю, как это очень сильно тяжело пережить. Для нас, для нашей семьи это огромное горе. И ты учишься жить с этой болью, ты просыпаешься с ней, ты существуешь с ней. Никакие слова не помогут. Но сейчас я разрабатываю проект со своей командой помощи вдовам и деткам. Ну, правда, хочется обнять каждого малыша, сказать, что у тебя все получится, ты справишься, несмотря ни на что. Этот проект тебе как-то помогает справиться с твоей болью? Мне помогает справиться фонд. Я его открыла после похорон отца. Фонд «Моя душина». Я помогаю его бойцам его роты. У меня есть прямая связь с ними, я напрямую могу знать, что им нужно именно сейчас. Это может быть обмундирование и так далее, медикаменты. Тем более медикаменты сейчас очень трудно найти, особенно гемостатики. Тем более идет спекуляция цен от поставщиков. И я открываю сбор каждый раз, переживаю о том, что мне может на что-то не хватить средств. Но я благодарна, то, что у фонда есть такие друзья, как Артём Шенин, Игорь Кимаковский, Саша Обласов, который поддерживает наш фонд, рассказывает о наших сборах. Про фонд мы еще подробнее потом поговорим. 8 сентября, в день освобождения Донбасса, на фасаде дома в Воронеже, на Студенческой, был открыт баннер с изображением твоего отца. Тогда городская администрация наша сообщала, что инициатором такой идеи выступила ты и советник главы ДНР. Почему решили открыть баннер именно Воронеж? Потому что Воронеж и Донецк — это для нас, для нашей семьи, два родных города. И мы решили увековечить память отца в Воронеже, то, чтобы с него брали пример бойцы, потому что рядом воинская часть. Также, чтобы школьники могли читать, узнавать поближе героев уже России. А вскоре там будет граффити нанесено? Да, граффити будет ближе к весной, потому что нужно подготовить стены, нужно это все нарисовать. Это будет скорее к его дню рождения, к 6 мая. Инна, ты занимаешься волонтерством. Расскажи про фонд имени своего отца. Фонд существует не так давно, но уже более 6 раз мы отвозили гуманитарную помощь в самые горячие точки. Благодаря тому, что я имею связь с бойцами отца, я точно знаю, что именно сейчас на передовой нужно ребятам.
остро стоит вопрос по поводу закупки мавиков, медикаментов, особенно гемостатических препаратов, которые сейчас достаточно трудно найти, но еще и дорого. Также мы помогаем мирному населению и деткам. Совсем скоро Новый год, и я предлагаю совместно со мной поучаствовать в такой акции. Мы попросим наших маленьких героев написать письмо Деду Морозу, а мы можем исполнить их маленькую заветную мечту. А чем вы помогаете мирному населению? Что вы покупаете, закупаете? Химию, медикаменты по запросу, потому что пожилые люди нуждаются в одних препаратах, детки в других препаратах и так далее. Продукты питания. Совсем недавно, благодаря тому, что мы открыли детский филиал фонда, мы одели 4 детей из Мариуполя и из Богдановки. Закупили зимнюю одежду, также обувь, канцелярию, продукты питания, химию. Также мы дополнили гуманитарную помощь БУ вещами в хорошем состоянии. Мы каждую вещь проверили для их мам. Вы гуманитарную помощь привозите и отдаете вот руки в руки, да? Да. Как вас встречают мирное население, бойцы, что говорят? Мы уже одна большая семья, обнимаемся, плачем, вспоминаем хорошие моменты, вспоминаем папу. В сентябре месяце, когда я ездила, я познакомилась с подопечной нашей семьей, с девочкой Лизой, которая должна была быть операция, но пока что она ей не нужна. Мы плакали, обнимались, обменивались мыслями, друг друга поддерживали, потому что у них тоже случилась большая трагедия, они так же, как и я, потеряли папу. Я считаю, то, что вдовы и детки, которые остались без родителей, они очень нуждаются в нашей поддержке, в помощи, поэтому я разрабатываю социальные проекты с уклоном именно на эту аудиторию, потому что она самая уязвимая. Я считаю, что мы должны оказать им должную поддержку, раз уж их отцы стали на защиту нашей уже общей родины. После смерти Сергея Аграновича глава ДНР Денис Пушилин писал в своем телеграм-канале, я зачитаю: «Он был одним из лучших, мужественный, отважный, человек слова и дела, настоящий командир и герой. А каким вы запомнили своего отца?» Однозначно героем с добрыми глазами. Он всегда берег свое подразделение, всегда берег своих ребят, жалел их. Даже перед смертью он опаздывал на совещание, чтобы ребят не отправлять в самые горячие точки. Даже сейчас я с ними поддерживаю теплые отношения, связь и помогаю папе на родине. Пушилин вручал вам Георгиевский крест и медаль за отвагу. Называл вашего отца героем, вот как я уже зачитала, да? Но ему не присвоили звание героя. Мы сейчас работаем над этим, потому что все согласятся со мной, то, что об этих людях должны знать, конечно, об этих людях должны говорить, на этих людей должны равняться, потому что сейчас идет волна мобилизации, и людям нужно брать с кого-то пример, с чьих-то подвигов. Мой папа никогда не служил в армии, он был самым обычным человеком, он ушел на войну в футболке, в джинсах, в кроссовках, в кожаном рюкзаке, в шляпе, с кожаным рюкзаком и с пару ножами. Он не знал, что его ждет, но он точно определил всю нашу судьбу о том, что он станет на защиту нашей общей родины. Он был настоящим бойцом. Это как-то сказалось на вашем воспитании? Да. У меня достаточно мужской характер. Мне папа научил делать все до конца и качественно. Так как я начинала еще до смерти отца гуманитарную помощь, он мной гордился, говорил, что давай, поднимай людей, подавай им правильный пример, то, что я могу вам отрывать сообщение, даже потом прислать, что ты поддерживаешь, ты большая молодец, и ты справишься. Ты неплохо справляешься, у тебя такие социальные проекты, ты помогаешь людям, и люди нуждаются в тебе. Я понимаю, каково им так тяжело, потому что в сентябре, когда я приезжала на кладбище, там было 2 новых поля крестов, и там даже были мои одногодки, и мне прям думаешь, какого же было. Я знаю, каково это быть без мужского плеча. Мы с мамой остались совсем одни, и мне хочется как-то помочь этим деткам, этим сильным женщинам, очень мужественным, их поддержать, потому что
когда человек умирает от болезни, от старости, ты к этому готовишься. А когда ты с человеком полчаса назад разговаривала, а спустя 2 часа тебе звонят и говорят, что он умер, это очень морально тяжело. Тем более от рук войны. И правда хочется обнять и сказать, что все вместе мы справимся и мы сможем. А какие качества, как ты считаешь, ты переняла от отца, кроме боевого духа? Доброта. Доброта. Он был очень добрым человеком, и над ним даже шутили. Он редко кому говорил «нет». Он всегда был отзывчивым, улыбчивым, очень любил людей, помогать всем. Ценил подвиги своих дедов. Я выросла на патриотизме. Потому что даже в Великую Отечественную войну мои уже прадеды, кто-то пропал без вести, кто-то умер от ранения, кто-то дошел до Берлина. Мы всегда о них помним и почитаем. 9 мая также.